Продолжим историю с Аполло, с картой. Там вылетел один канал, программируемый преамп. Значит, чип был заменен, но возникли вопросы. Канал заработал, но возникли вопросы с микротрещиной в плате. Сейчас попробуем с этим разобраться. Приступим. Сейчас будем разбирать ее и снимать будем плату. Не дают покоя вайберы, но пока отвлечемся, не буду поднимать. Так, вот такая у нас мамка. Линк между процессорной частью. Так, сейчас мы их пометим. Пометим, чтобы потом не гадать. Красненький. Синеньким. Винтики прошлой разборки. Так. Поставлю на паузу, потом продолжу. Ну вот разборочку. Винтики повыкручивал. Так, осталось еще вот гнезд. Так, еще спешу. Тут есть 4. Так, еще у нас остается RCA-разъемчик. Вот он сюда появился. Это наша проблемная мамка. Значит, это сейчас пока в сторонку. Вот у нас вот этот канал второй. Что-то у нас не здесь происходит. Для начала мы немножко его погреем. Посмотрим на реакцию. Если толку никакого, будем вычислять или микротрещину, или переходные отверстия. Это уже будет в следующей части.